Друзья, всем привет! С вами Леся. Показываю вам покупки нижнего белья из Tezenis. Это был интернет-заказ, и у меня размер бюстика 85C. Показываю вам первый вариант. Он идет коричневого цвета. Сам он мягенький, то есть здесь очень-очень-очень тоненькая такая вот типа поролоновая подкладочка, но при этом он мягкий, нет косточек, ничего такого нет. Обхватывает так полностью сисочки. И достаточно хорошо так выглядит. На третий размер груди очень даже подошло все. Ничего не давит, не топорщится. Вот в Tezenis. Такой шоколадный цвет. В жизни он выглядит темнее, чем вы его видите на камере. И сейчас покажу второй. Второй выглядит вот так вот. То есть я, честно говоря, хотела вот два таких взять, только в разных оттенках. Но потом подумала взять разные. Этот более такой, конечно, летний вариант. Он не сетка идет полностью просвещающий, где тело видно, но здесь тоже вот такая вот сетка подкладка. То есть все-таки он больше летний, ну зимой вы в нем замерзнете, наверное, поэтому взяла два вида. Изначально хотела такой вот взять яркий салатовый и синий, нет, не синий, голубой яркий, но потом решила все-таки взять два разных. Он более открытый, он так, здесь у нас уже есть косточка, он прям красиво так эффектно смотрится, более открытый, поддерживает, смотрится прям секси. Мне он понравился, даже больше, чем этот, но как бы два варианта. Буду носить, потому что нужно было обновить белье. Значит, очень классный, очень красивый. Что могу сказать, еще в Tezenis акция классная. То есть покупаешь один лифчик, второй за полцены. Покупаешь одни трусики, второй за полцены. Покупаешь одну футболку, второй за полцены. Ну, вот такая вот акция. И получилось так, что один я покупаю и второй за полцены. Но у них так как-то интересно скидка по итогу в корзине получается, что просто как-то равномерно со всех товаров снимается цена. Но давайте буду уж говорить вам как есть. Значит, лифчики стоили по 1500 рублей, изначально их цена каждого 2000. То есть вот так вот они выглядят. Сейчас покажу вам трусишки. Первые выглядят вот так вот. Трусики у меня размера L. Значит, они как комплект. То есть вот вы видите лифчик и трусики. В последнее время я просто болею вот этим вот цветом, таким зеленым, салатовым, да, таким как яблочным, потому что где-то он указывается как яблочный цвет. Ну вот вы понимаете, о чем я. Не просто зеленый, мне не нравится, а вот именно вот такой вот яркий, он сейчас просто в тренде, все в таких цветах, и штаны, и свитшоты. У меня, кстати, свитшот есть в таких оттенках. В общем, все в таких цветах, и мне просто он так нравится, поэтому я себе взяла и трусики. Трусики, конечно, еще не мерила, но L-ка. Значит, M-ка трусики у Tezenis на меня подходят, но прям впритык. Мне это не нравится. Так, поэтому решила взять L-ку. Не люблю, когда мне там что-то врезается, давит впритык, поэтому взяла L-ку. Красивые трусики, они такие как высокие и открытые вверх, как бы вытягивают зрительно. Я люблю высокое белье, поэтому да, такие вот еще трусики. И вторые точно такого же цвета, но они идут просто однотонные, хлопковые, яркие, тоненькие. У меня такие же есть красные,
Из Дезенниса вот точно такие же, только красные. Мне муж дарил на Новый год лиф и трусишки. Очень классные, удобные. Но у меня М-ка, я решила взять L-ку. Все-таки, ну, как бы у них, у Дезенниса М-ка прям для меня, ну, не то, что прям мала, но впритык, а мне такое не нравится. Так что вот такие вот еще трусики взяла. Значит, что по трусишкам? 546 рублей и 702 рубля. 546, насколько я понимаю, и 702 после скидок всех. Там тоже одну берешь, одни трусики берешь, и вторые за полцены. Собственно, как-то скидка у них потом распределяется на все товары. В общем, так что вот такие вот были покупки нижнего белья на 4247 рублей получилось. Очень довольна. Спасибо за внимание. Всем пока.